Настя. Мне в универе сказали потянуть мой рабочий английский. Так сказать, для моей future work. Вот скажи, как будет офис? Офис. Хорошо. А компьютер? Компьютер. Как легко. Получается, можно просто говорить слова с акцентом. Телефон тогда, наверное, фон? Угу, фон. А кабинет, значит, кабинет? No. Кабинет – это шкафчик. А кабинет – это study. Подожди. Ну, ладно, возможно, это просто исключение. Как будет сканер? Сканер. Ну вот, give me this list and clay, please. Что? Ну, this list and clay. Этот лист и клей. А, нет. Лист – это список, клей – это глина. Ты же просишь a piece of paper and glue. Я ничего не понимаю.